Сәлем алейкум, сайғылы сейірджілеріміз. Милет ве заман яйыны кенеді эфирде. Ве бүгін бізім небетті кемерақлы мұсафырымыз. Индустрия развития құрудылық шыркетінің мүдірі Энвер Эмираджиев. Энвер бей, хош келдіңіз. Сәлем алейкум. Насыл, насылсыңыз? Аллаға шүкір. Чоқ мемнон мұз сізіні көрмеге бұл студияда. Сау ол. Ве емін мізге субетіміз да оқадар да мерақлы олыр. Тамила ханым, вас тоже позвольте поздравить с выходом этой передачи. Сағылмыз. Хорошо, смотрите. Ишбірлікте девам етеміз. Энвер бей, айттық ке индустрия развития құрудылық шыркетінің мүдірі вазифесіні бежересіңіз, әда әтесіңіз. Қысқа суретте бұ шыркет ақында бір мәлімат беріңіз. Ну, это предприятие мной создавалось с 2007 года. Знаете, как предприятие, когда создается, оно или создается на базе чего-то, или создается заново, от нуля. Вот мне пришлось после того, как я вернулся в Крым, заново с нуля начинать строительную деятельность. Будучи работая в Томске, я был главным инженером строительного треста. В общем-то, всю жизнь проработал на стройке. Это для меня было, ну, не сказать, что это легко и просто, но это моя профессия, это мне было интересно. И, в общем-то, я опять окунулся в свою такую строительную деятельность и жизнь. И начинал с очень простых, небольших объектов, с маленьких проектов, с управления строительством. Кстати, вот, торговый центр, метро Cash & Carry, я управлял стройкой, когда мы по всей Украине побили рекорд по срокам строительства. Мы за 75 дней построили весь комплекс. Угу. Это довольно быстро. И дальше мы развивались, и, в общем-то, получилось так, что пришлось идти на бюджетные объекты. Я вам скажу, бюджет в то время, когда у нас был кризис экономический, 2008-2009 годы, помните, бюджет очень много помог становлению предприятия, фирмы. Мы занимались реконструкциями детских садов, сетей. Много работали с бюджетом, много работали. В то время, в общем-то, много помогло, и я благодарен этому, потому и сейчас, когда мы уже достигли, ну, больших успехов, мы никогда не чуждаемся и всегда берем объекты бюджета, хоть они, скажем, с точки зрения коммерции, бизнеса не очень интересны, но есть такое обязательство, будем так говорить, перед обществом и перед людьми. Надо строить для бюджета, обязательно надо строить. Коль мы уже есть, состоялись как строители, мы должны это делать. Ве бу хуруджилык иншаат ишлер Хырымның бүтін регионларында олып кече, дагыр ма? Эбетте, эбетте. Бізім фирмамыз бір 200-300 кіші бардыр. Чалышқан адамлар. Шымды эпіміз білеміз ке, жума джами иншааты енді мұны ште екінленеджек, иншалла, ве біз сабырсызлықнен бұл гүзел күні беклейміз жума джамінің ачылығыны. Элбетте, сізінді фаалиетіңіз о ерде кече. Бұл хуруджилық хақында не айта білесіңіз? Ну, джума джами – это уже венец, можно сказать, строительной деятельности. Это серьезный, большой объект. Прежде чем подойти к такому объекту строительства, надо было пройти все пути. И вот несколько таких больших объектов нам удалось построить. И, в общем-то, когда обратили на нас внимание, это вот благодаря таким объектам, как аквапарк в Ялте. Да. Видите, какой объект красивый. Уникальный объект мы построили. Он к категории уникальных относится. Это Зазеркалье комплекс. Почему? Многие строители поймут. Этот комплекс нашей сейсмической зоне в Ялте, он работает как Ванька-встанька. Принцип такой. У него 20 метров заглубления у этого здания. Мощнейший фундамент, и потому по принципу Ваньки-встаньки. Поэтому никакое землетрясение на него не может повлиять. Очень много объектов мы построили еще. И это в Аустинском регионе. Вот сейчас первый комплекс мы сдали, Аюдак комплекс. Он тоже уникальный. В Москве спецтехусловия получили. Видите, он как шапка. Это эксцентричный объект. Это редко бывает, когда объекты эксцентричны. Все привыкли к прямоугольным таким объектам, и все. А это нет, объекты такие вот уникальные. Много объектов.
Видите, какие-то комплексы. И вот исходя из того, что когда мы прошли этот путь, мы уже были подготовлены к тому, чтобы заявиться о строительстве соборной мечети. Объект строится, как вы видите, довольно успешно, я вам скажу. Хотя для нас это объект новый, для всех нас новый объект. Кто не приезжает, кто не смотрит, всем это нравится. Понятно, красиво, уже конструктив весь виден. Все видят очертания, так сказать, будущей мечети. Но еще необходимо сделать немаловажное, можно сказать, одно из самых главных вещей – это внутреннее убранство в соответствии с нашим дизайн-проектом, который наши архитекторы разработали, крымские. И тогда, когда это будет сделано, тогда во всей красе, наверное, все мы увидим. Иншалла, и тогда будет, знаете, как чувство, ну, не знаю, будет переполнять, наверное, чувство. Бывает, я человек сентиментальный, иногда даже бывает, что и до слез доходит от... Будешь мне это тесно корген сон, эбет. Ве без билемаски хан сарай реставрация ишлеры да кечерилды, ве сезон шеркетымыз о ерде иштирак эттен вербей. Бу вакта да бираз тафсилатлыча бу реконструкция ишлеры не шекилде, насыл тертипте кечерилды. Хан сарай меселесе не это жахулам. У нас выездные были несколько туда, ну, комиссии, можно сказать. Мы смотрели, проверяли, как идет ход строительства, потому что много было дебатов, правильно делают, неправильно делают, потому что вот во многих сферах все ученые, прямо уж на страницах газеты этих читаешь, такие вещи порою становится самому даже неприятно. То же самое и по мечети нашей было, когда мы стены бетонировали и газоблоками изнутри закладывали. Наши умные строители нас критиковали, не разобравшись в сути дела. Так и здесь. Люди со стороны, лишь бы закинуть какую-то вот неприятную такую информацию, дабы ее муссировали. Нет, там все идет по проекту. Сегодня два больших крана выставили. Уже приступает к устройству купола. Купола Дегена. Будет крыша, под которой уже будет вестись реставрационные работы, чтобы ничего не попортить, не нарушить. Это требование проекта и безопасности объекта. Это обязательное условие. Сейчас две подрядные организации, Меандр и Керамет, разрабатывают проектно-сметную документацию, и где-то к июлю месяца ожидается уже экспертиза этой документации. 13 объектов будет по Ханскому дворцу, 13 объектов. Будут проведены, соответственно, государственные закупки, то есть тендеры на проведение этих работ. Государство уже выделило бюджет 1 миллиард 600 миллионов рублей на эти работы. Сумма такая, довольно приличная, ее быстро не освоить. Это все-таки не строительство, это реставрация. В реставрации спешка не нужна. Это мы можем там в бетоне спешку делать в 3 смены, реставрация нет. Там все, работают реставраторы аккуратно, потихонечку, все, новое вскрывают. Они еще много что найдут, я не сомневаюсь в этом. Полезное для нас, для крымско-татарского общества и всего народа. Я думаю, много еще найдут при реставрации, вскроются. Потому ожидаем так где-то в течение 5-6 лет освоения этих средств, и тогда уже будет Ханский дворец, будет как, ну, не в первозданном виде, по крайней мере, но уже будет смотреться как дворец в те времена, когда там жили наши ханы, и все посещали, видели его. И описывает сейчас, что в книгах. Инвербей, дайма сызын нухтай назарыңызны, фикеріңызны динлерек, ве сіз кечерген субъектлеріні динлерек, сізын юксек севиелі бизнес аққында түшінженізні да ишітеміз, ве сізын фикеріңіз жықырымда, ал-азырда, бізім күнімізде бизнесның анге салары да бөледе қатсыз қалды, анге саларыны да зияде инкешаф етмек керек? Ну, как и весь мир, так и строительная сфера развивается. В общем-то,
Говорят, ведь строительство – это есть локомотив развития всего. Общество развивается, мы все хотим жить в комфортных условиях, создаем такие студии, нужны нам дома, нужно, все нужно, нам транспорт, все нужно. И все это, чтобы осуществить, без строительства невозможно. Сегодня строительная отрасль также и идет нога в ногу с развитием всего мирового общества. Если раньше, я в свою бытность хорошо помню, что мы работали, скажем так, с кирпичом и с раствором, это привычный был материал, и во многих, скажем, притчах это все говорится, то сегодня у нас уже совершенно другое. Сегодня у нас бетон, стекло, химия, пластик. И такие материалы появились новые, которые одновременно выполняют функции несущие, и светозащищающие, и утепляющие. Такие конструкции, которые управляются уже вот с телефона. Можете, сидя в кабинете, открыть форточку у себя дома или открыть дверь малышу, чтобы он зашел или вышел. Все это управляется с телефона. Задвижки, двери, окна. Были юксек технологиялар. Бетте, шунда. Соединили вот информационную технологию со строительным бизнесом, со строительными конструкциями. Поэтому сейчас все это не то, что перемешивается, а все это наполняется. Поэтому строительство не будет отставать, потому что есть запрос. И на этот запрос строительство должно дать ответ. И вот, соответственно, у нас в Крыму, сейчас тоже пару слов скажу вам, у нас в Крыму тоже несколько готовится заводов. Скоро откроется завод в Ленинском районе по производству стеклопакетов и витражных стекол. Сегодня большие, огромные раздвижные стекла возятся с материка далеко. Это очень тяжело, нетранспортабельно. А тут будет такой завод, он буквально весной, ждите открытия, будет презентация его, то есть, которая обеспечит все стройки Крыма, вот такие красивые объекты, что я вам показал, как раз будет и закрываться, и в том числе и объекты социального назначения будут закрываться такими конструкциями. Готовится завод по производству алюминиевых конструкций здесь. Ставится экструдер. Тот, кто понимает, знает, что это можно выполнять как из заготовок, так и из лома алюминия, можно делать строительные конструкции. Угу. Это окна, двери, раздвижки. Ну, очень много конструкций, которые здесь у нас в Крыму будут выполняться. Эти ворота, шлагбаумы. Это, ну, просто перечень там огромный. И таких заводов много. Почему сейчас направление, вот тоже республика взяла, о создании технопарков. Что такое технопарк? Все слышат, но не каждый понимает. Что это будет такая организованная площадка для производства. И на этой площадке будут организованы разные направления производства материалов конструкции. Был я на одной из площадок в Татарстане, смотрел, изучал, как. Очень просто. В районном центре готовят 10 гектар земли, подводит воду, подводит электроэнергию, газ, строит им ангары, и каждый производитель, инвестор приходит и говорит, я буду выпускать трубы, выпускает. Второй цех, посмотрели мы, выпускает там пожарные, пожаростойкие двери. Третий цех просто утилизирует шины, элементарно. Тоже нам в Крыму почему не надо, тоже нужно. Там еще один цех, большой пластавтомат поставили. Выпускает много хозяйственных товаров из полипропилена. Это табуреты, там, посуда, хозяйственный утварь. И все это делается в районном центре. В общем-то, это надо нам сейчас не отставать от жизни и везде. Везде надо. Енді біздің яйларымыздың бүтін мевзусы, НСС мевзусы, бұл Қырым Жүмхүриеті башы янында ке Қырым татар халқының милли шурасыдыр. Ве сізді бұл шураның азасы оларақ, мұнашынды бақыңыз бір ел кечті. Ве шура фаалиетіне, шурадаки ішлерге насыл нетиже чеке білесіңіз, ве сіз бұл шурада оларақ насыл бөлікте чалышасыңыз? Ну, уже, да, год прошел. Мы сразу-то не так соорганизовались, чтобы прям начали работать. Нет, мы вначале обдумали, приняли решение
создали 8 групп по направлениям, кто за образование, культуру, спорт, там, здравоохранение. Мне поручили вести предпринимательство, так как я предприниматель. Ну, и вот с тех пор, в общем-то, каждый ведет свое направление и, в общем-то, и отчитывается нас на совете. Сегодня, скажем так, на первых порах совет даже многие не знали, я вам честно скажу. Потому что время, год прошел, сегодня мы уже заявились, уже многие знают, до нас доводят, так сказать, свои чаяния. Потому что мы проделали много работы за этот год. Много работы. Я не халха, это инсанлар. Я залар телефона чалар мураджат этелер мы. Эбит. Коршумус чох кечта неде регион ларда. При этих встречах многие так, высказывались о своих потребностях. Мы все это, конечно, аккумулировали и доносили до министерств, до главы республики, там, где необходимо было его вмешательство. Но самое главное, я вам что хочу сказать, у народа сегодня вопросы в основном появляются касательно именно нашей национальной идеи. Им важно это язык, литература, важна культура. Вот эти вопросы больше интересуют людей. В меньшей степени, конечно, уже социальные вопросы, потому что сегодня у нас, скажем, возможности республики и страны намного больше стали. И мы их, конечно, ориентируем на местах, чтобы они обращались в местные свои органы власти, потому что им сегодня дается все для того, чтобы они могли удовлетворить все потребности крымско-татарского народа, да и вообще всех жителей. Здесь я многим на местах рассказываю и объясняю, что до такой степени государство Россия богатое, что главное приложить надо свои знания и умения, чтобы воспользоваться этими благами. Просто сидеть в селе и ждать, когда кто-то придет за тебя что-то сделает, этого не будет. Сколько бы вы ни просили, ни кричали. Поэтому я им говорю, вы тоже, есть общественность, есть у вас сельский совет, есть голова, к нему идете, поднимаете, что вам надо? Воду, свет, газ, там, детские площадки, спортивные комплексы небольшие. Пожалуйста, сегодня у государства денег хватает. Для этого что нужно? Прийти, разработать проектную документацию. Тут много денег и не надо. Надо будет, так, поможет вышестоящее, так сказать, муниципальное образование. Все, отдаете заявочку, и я не сомневаюсь, что эта заявка будет обеспечена финансированием. Придут и сделают. Ну, только надо эти желания правильно оформить и донести по схеме бюджетного финансирования. Это сегодня, вот кто понимает, те делают. Есть такой момент, еще, ну, я так предполагаю, лет 5, наверное, в Крыму это будет, поэтому нашим товарищам на местах нужно более активно заниматься, и тогда они сами себе создадут. Сидеть, ждать, никто не придет. Просто сказал, тоже никто ничего не сделает. Надо работать над этим вопросом тоже. Энвер Бер, сізден шахси ноқтай назарыныз мерақлы, яғни Қырым татар халқының инкишафы, илереге адым атмақ, бір йол тұтмақ, мұна бұ ақта сізден фикіріңіз мерақлы кершектенде. Но сегодня нужно создавать такую систему, чтобы хотя бы обеспечить достойное проживание людей, чтобы люди могли спокойно дальше развиваться и не задавать многих вопросов, которые сегодня возникают по социалке. Этот вопрос должен быть так решаться, чтобы никто даже и не заметил. Да, все мы действительно видим эти предложения народа на местах, и, в общем-то, все это консолидируем, и, думаю, они будут реализованы за счет государственных программ, которых очень много. Потому что любое чаяние, любая, так сказать, социальная потребность народа выражена в
программах. Выражено в программах. Потому у нас сегодня бюджетное финансирование захватывает все сферы деятельности. Надо немножко быть активнее, я уже как ранее говорил, и тогда мы можем спокойно людей обеспечить. Притом они даже не заметят, люди, как эта обеспеченность появляется. И сейчас это тоже идет, кстати говоря, вот когда в селах проводят газ и свет, вроде никто и не просил, а тут смотрит уже, ему газ подвели, свет, сейчас дороги начали делать, никто ни митинги не проводил, ни забастовок не сделал. Это естественная потребность, и мы, как государство, обязаны это все делать. Тут даже и не надо спрашивать, сделайте нам дорогу. Нет, конечно, это, не знаю, это нонсенсы, там, где нет дорог. Но все равно надо все это выполнять, смотреть, видеть и доносить до бюджета вот эти потребности людей. Энверби, шында, энда юхарда бирхачкер бизайттық ке, сіз бизнес ве иш предпринимательства сасы начал шасыныз, сізін фикеріңізде шында инкишаф еткен яш несіл. Олар асыл башқа же, чүнке 21-ші асырның талаплары башқа, деверінің да талаплары башқа. Демек, оларға насыл тевсиелер берер едіңіз, бұ яшлар шында, бұ бизнес деверіне, яны талапларын насыл уймақ кереклер? Ну, в первую очередь, конечно, молодым надо сказать, что надо учиться, учиться и учиться. Вот этот лозунг был при Союзе, он и сейчас остается в силе. Почему? В наше время было проще. Нас учили, нас воспитывали, нас посылали на работу, с нами занимались кадры. И вот так мы росли, начиная с простого мастера, и мы становились руководителями предприятий. Учили и управлять в том числе. Сегодня система кадровой подготовки, та, которая ранее была, она разрушена, и она отсутствует, вообще отсутствует, нет ее. Поэтому молодым надо быть всегда, держать форму. Это учеба и труд. Учеба и труд, тогда они смогут чего-то добиться. Сегодня огромная конкуренция среди них. Вот эта конкуренция как раз и стимулирует тому, чтобы развиваться. И молодые у нас очень талантливые, крымские татары, ребята очень талантливые. У меня на предприятии много работает. Я сейчас еще очередной заявку сделаю, беру молодых специалистов, с ними работаю. Очень талантливые. Вясыл да хырым татар яшлары дегелі мумен шынды яш несіл, бұле білгілі, юксек сәвиелі несіл келді. Да, да, так оно и есть. И сегодня, работая с ними, во-первых, сам молодею тоже. Все говорят, уже за 60 лет вы такой, так держитесь, молодых. Я говорю, у меня вот есть имиджмейкеры, это мои молодые специалисты вокруг меня, которые окружают, они меня так содержат в тонусе и форме. Но, тем не менее, хочу еще вам что сказать, что у молодого поколения, конечно, необходимо, нужно еще и терпение. Сегодня потребительский образ жизни некоторых тоже задел или достал, будем так говорить, и он не дает им развиться. Им нужно сегодня, сейчас и сразу. Нет, конечно. Знаете, как оно? Эршиде заман сабыр керек. Эбеті сабыр керек. Дейм оларға да. Сабыр керек. Яваш, яваш. Чалышып оқу. Ондан сон. Бірне олар. Успех или как? Эндебе, шо милли шура топлашуларының бірінде, сізден бөле бір фикир янғарады. Яны, инсанлар бір чоқ кері мұраджат етерек, бөле ағыр мұқтач хоранталар мұраджат етелер шураға. Яны, ярдым көстермек, ем парад тарафындан, ем бөле ашайт, белкеде евні қыздырмақ, әр тарафтан ярдым сорайлар. Ве сіз де бөле фикир білдірдіңіз ке, иш адамларының топлап, оларға әр бір бөле хоранта, яда бір хач хорантаны бір иш адамына бағламақ, бір шефство алмақ үчін. Бұ меселе шынды башланды ма, насыл девам әте башланса? Ебетті башланды, вообще она не прекращалась. Это вопрос не организации, организованного там оказание помощи. Это вопрос сердца, души, и каждый человек по себе, если садака делаешь, как делаешь, это все для людей. Оно было, есть и будет. Это зависит в большей степени от воспитания, характера человека. Не зависит от, скажем, твоей должности или функционер ты, не функционер. Может, рабочий, простой,
не очень богатый, он тоже оказывает помощь людям с недостатком. Это все от воспитания в большей степени. Но тем не менее, вы правильно вопрос задали, этот сегодня мир такой тоже тяжелый, сложный. У нас в Совет очень много приходит таких, скажем, просьб об оказании помощи. Бывают разные. И оказываем юридическую помощь. Вот недавно двум семьям оказали инвалидам помощь, финансовую помощь, материальную помощь. Эта работа ведется. Мы много помогаем школам, детским садам. Вот недавно специально взяли мы на, ну не по руке, конечно, а шефство взяли, шефство над одной школой Петровки, это в Белогорском районе. И вот, в общем-то, потихоньку ее привели в порядок, будем так говорить. Сделали там все общестроительные работы, там окна, двери, забор, покрасочку. Все это хорошо. Ну и вместе с тем, конечно, было бы интересно, и это мы там осуществили. Мы им купили теннисные столы, всем купили ракетки. И, в общем-то, школа, никогда не игравшая в теннис настольный, через год уже дала результат, они стали призерами в Белогорском районе. Вот я уже третий турнир провел ежегодный в Белогорском районе среди школ. Вот в январе этот турнир проходил. Вручили мы им кубки, подарки. Детям интересно, занимаются. Вот сейчас теннисные ракетки им направили. Ждут, чтобы мы еще приехали, провели турнир. Ну, наверное, это проведем. Я думаю, это интересно детям. И будем дальше развивать. Мы школам помогаем тоже. Несколько мечетей сейчас мы ведем, тоже помогаем, достраиваем. Этот вопрос такой. Он был, есть и тоже будет. И всегда помогаем этому. Сейчас тоже, знаете, мы являемся спонсорами футбольного клуба «Кызылташ». Это «Кызылташ» у вас тоже. Вы тоже являетесь спонсором этого клуба, телеканал «Миллет». Знаю, потому что вы тоже присутствуете на матчах. В этой области нет остановки. Ну, в Совете мы недавно рассуждали тоже, каким образом соорганизоваться. И, в общем-то, приняли решение. И сейчас идет подготовка к созданию фонда нашего при Совете. Угу. Ну, вот этот фонд будет, он будет аккумулировать как раз и будет у него возможность, чтобы оказывать вот эту помощь для малоимущих и там выполнять там, адресную помощь, понимаете? Бывает помощь социальная, да, дадут, государство даст социальную помощь, но чтобы ее добиться, нужно пройти много инстанций, пока дойдет. А тут человеку сегодня надо, сегодня вот прямо в этот час. Вот в такие моменты мы должны всегда подать руку и помочь человеку решить там свои какие-то проблемы создавшиеся. Энвер Бей, ве яйнымыздың сонында бөлі екенлейде бір суаль. Бізім халқымызна юксек севиелі бөлі инкишафқа, гүзел адым атымақ ве прогреске не ала кетіре біле? Ну, во-первых, единство народа должно быть. Это первое. Конечно, единство народа. Сегодня наша национальная идея – это Крым, крымско-татарский народ в сотрудничестве и в содружестве со всеми народами, проживающими здесь, должен развиваться и не отставать. Сегодня нам везде дороги открыты. Первый год, если у нас была, скажем, не такая активность, в прошлом году мы хорошо провели президентские выборы. Сейчас у нас в этом году выборы, местные советы. Здесь мы должны проявить очень большую активность и не то, что не бояться, а смело идти в органы власти, становиться депутатами, занимать посты и руководить, и трудиться вместе со всем обществом крымским. И тогда у нас успех будет. Когда мы будем сами рулевыми во всех областях, будем причастны, тогда мы сможем и реализовать свои потребности как народа, крымско-татарского народа.
Çox sağ olunuz. Şahsən əm sizgə, sizin işinizgə, əm də bu şura azası olaraq sizgə müvaffaqiyyətlər diləyimiz. Əlbəttə, şuranın da fəaliyyəti müvaffaqiyyətli olsun, bütün xırımımızğa faydalı olsun. Sağ olun. Gəlgəniniz üçün də təşəkkürlər bildirəyimiz. İnşallah. Sağol dostlar, bugün yayınımız sonuna gəldi və biz xatırlatamız, ər yayında biz Xırım Cümhuriyyəti başı yanındakı Xırım Tatar xalqının Milli Şurasının azalarını davet edəcəkmiz və onların nöqtəyi nazarlarını öyrənəcəkmiz. Və daima xatırlatamız, ekranlarınızda şu şurağa aid olğan telefon nömrələri və e-mail poçtası var. Gəliniz, yazınız, müraciət etiniz və əlbəttə sizə faydalı tövsiyələr verəcəklər. Bugünkü isə mən sizlər ilə sağlaşam. Görüşmək üzrə.